Всем привет, ребят, с вами Лего, и я пилю дальше для вас симулятор тюряги. А так как мы набрали 20 тысяч просмотров и 1000 лайков, то вышла следующая серия, поэтому от вас требуется поставить сникерс и подписаться на канал. Новая просьба, от Зека поступила просьба передать предмет. От Зека поступила просьба, и он желает встретиться, вызвать на допрос. Итак, Куликов, мне очень сильно поможет заточка. Несчастные Зехи плохо работают. Слушайте, предложить сотрудничать. Что значит сотрудничать? Стучать? Да никогда в жизни. Заключенный не обязан вам подчиняться в этом попросе. Отпустить в камеру. Пошел-ка ты нафиг, заточка тебе нужна. Так, мои пацаны хотят жрать, поэтому мы сейчас дадим им такую возможность. Похавали, все в порядке. Здесь что у нас, пацаны хотят жрать и хотят... Так, вы на работу давайте, а вы спать. А у нас там что по заданию это нужно сделать? Новое обращение. Да вы обалдели, блин, со своими заточками. Отправить в пыточную, посмотреть камеру, самогоноварение. Так, ты что хочешь? Вызвать на допрос. Что тебе надо? Несчастный язык и плохо работает. Передайте мне кастет, мне он очень нужен. Они хотят... Ну ладно, давайте попробуем. Так, выполнить просьбу. Довольный зэк обычно не доставляет проблем. Отпустить в камеру. Ну все, красава, у тебя все поперло. Итак, что у нас по миссии нужно сделать? Построить еще одно здание, построить комнату охраны. Построить еще одно здание. Давай сделаем новый корпус. Поехали. Построить новый корпус. Отлично. Построить еще одно здание, продолжить и... Нифига себе, у нас теперь два здания. Красота, эти пацаны работают, все в порядке, все у них хорошо. Здесь некоторые замучились уже. И что нужно нам еще будет сделать? Построить комнату охраны. Так, комната охраны. Барак, швейный цех, комната охраны. Купить комнату, поехали. Та-дам! Теперь я понял, что не ошибся вас. Дела идут просто великолепно. Бонусы за прохождение. Нет никаких бонусов. Наша тьфу-тьфу-тьфу, конечно, не наша, а государственная тюрьма расширяется, а работа налаживается. Мне доложили, что вы построили комнату охраны. Я думаю, в курсе, что охранников можно отлично использовать для ускорения работы этих ленивых балбесов. Нанять охранника, перенести охранника в швейный цех, заработать 1500 монет. Чтобы они не косячили. По красоте, добавить персонал. Итак, статус свободен, лейтенант Шестаков, виртуоз работает, знает как обыскивать, давайте его и возьмем. А этот что умеет? Давай вот этого пацана возьмем, нормальный пацан, поздравляю. Но поторопитесь, чтобы успеть пройти всю миссию. За работу, пацаны, перенести охранника в швейный цех. Ну все, он здесь пускай ходит. Те хотят, пацаны, на работку, давайте... Так, а вы спать тогда? За работу, лентяи! За работу! Подожди, а почему? Пускай еще один работает тогда, раз тут охранник ходит. И что еще надо? Заработать 1500 монет. Поехали, поехали. Ты хочешь кушать? Ничего, нормалисты, смотрите, хотят типа замутить, хотят вещи. Так, статус работает. А что, он только 3 минуты будет работать, что ли? Подожди, не понял. Нет, типа вот этого еще можно пацана сделать. Ну давай возьмем его, добавить персонал. Так, а кто у нас может хорошо работать? У этого 20, 63, 48, 65, капитан Зимин, нифига себе. Принять на работу капитана Зимина, у нас капитан будет работать, вот это четко. Капитанушка, блин, просто зачет. Деньги варятся, мутки мутятся. Так, комната охраны. Подожди, а если мне только стоит тебя убрать, начнется полная задница, да? Смотрите, охранника нельзя убрать оттуда. Нет, он только за ними там ходит и все. Вот это четкий охранник. Так, а что у нас? Нам нужно заработать 1500. Подожди, а почему они не работают-то? Какой тут доход-то у нас? Счастье нормальное, производство 441, КПД огромное, за работу. Эти челики спать хотят? Давай отправим их спать, пускай поспят. Все, говорят, мы не знаем, что делать. А охранника не могу оттуда вытащить.
Подожди, а кому-нибудь может еще что дать, какую-нибудь заточку или еще, но никто больше базарить не хочет, ну и ладно. Итак, давайте посмотрим влияние зэков на КПД комнаты. Если здесь работают 4 одинаковых, то плюс 50. Если вот этот плюс охрана, плюс процент КПД зависит от дубины. Понятно, штрафы есть различные, эти что-то вместе нельзя, КПД минус 50, ё-моё, любимые комнаты. А, эти могут молотенить, понятно, чем выше способность, тем дольше зэк может работать. Ясно? Да пока вроде нормально, вперед за работу. У вас тут КПД четкое, смотрите, хотят, они хотят их ушатать. Чё у нас там по деньгам, сколько нам осталось заработать-то? 400 заработано. Так, от зэка поступила просьба, и он желает встретиться, давай. Чё хочешь, вам нужно придумать, как развлечь зэков. Передайте мне дубину, мне она очень нужна. Давай. Отпускаем в камеру. Почему бы и нет? Дубина так дубина. По дому, говорит, скучаю. По дому, пацаны, по дому. Работай давай, негр. По дому он скучает. 150% здесь КПД сразу упало из-за плохих рабочих. Здесь вообще все в порядке. Здесь авторитетность еще зависит, да? Авторитет себе 7%, вот это самый лютый пацан. Общая тревога за 2000, что происходит? Улучшить комнату, плюс 5 мест, 55 рублей. Нифига себе, а здесь тоже можно улучшить комнату? Так, премиум 55 рублей. А, это уже за реальчик, понял? Понял, простите. Плюс 300 КПД и улучшается комната, если вы хотите. А, и больше вместимости, больше приколов. Интересно. А вот эти вот, что билеты дают, покупка билетов, что они дают, лучший выбор. Так, я пока не понимаю, что дают билеты, но я думаю, я еще смогу понять. Вот здесь вот, допустим, премиум я могу купить за какие-нибудь билеты или не могу? Только за премиум дает мне только 55 рублей, понял? 67 КПД, давай-ка за работу давай. Есть они хотят, за работу все вместе. Все, навались и работаем. Главное, охранник ходит вместе с ними, это хорошо. На производстве. Главное, чтобы он не устал. Вот в чем вся проблема. Его потом поменять надо будет. 57, 56. В смысле, он сейчас просто типа уйдет через 56? Это фигово на самом деле. Это очень фигово. Тогда пускай работает, не покладая рук. Зачем я тогда того крутого взял? Ё-моё, вот это проблема. Что такое? Зэки подают жалобы и просьбы два раза в день. Утром и вечером. Чё тебе надо? Со самбо работать давай. А это уже ходит, не хочет работать. Давай-ка работай. Этот что туда-сюда хочет? По дому он скучает. Иди спать тогда. Все, они устали. О хорошей еде там вспоминают. Выпивки, рыбалках, о футболе. Эти черебасы работают. Итого у нас сколько? 189. Не так-то и хорошенько мы они работают. У нас 600, а 12 минут осталось. Интересно, мы успеем, нет? Тяжеловато-то на самом деле. Так, а этот потом что, отдыхать пойдет? Когда вот 3, 2, 1. И что он сейчас делает? Просто все, уходит. Прикольно. Прикольно, и сейчас они будут драться, бедолагу шпынять. Так, давай-ка вот этого сюда. Он вообще жесткий. Он просто жесткий. Хватит там спать, давай за работу. За работу вчетвером. Во, КПД 166. 400 в минуту. Пошла, родная. Вот, агрессия у них уменьшается, потому что у нас ходит. Как его зовут-то? Он вообще реально лютый пацан. Как его зовут? Капитан Зимин. Виртуоз обыскивать. Он просто люто работает. А у них есть типа где спать или нет? Ничего нет такого. Все спать хотят. Нифига себе. Все спать хотят. А как быть? Как расширить-то, чтобы все спать пошли? А танки там мечтают. Нормально, пацаны. Нормально, ничего не скажешь. Так, здесь чуть-чуть бабосов-то не заработали, а мы, по ходу дела, не заработаем. От зэка поступила просьба. Давай, что тебе надо? Мне очень сильно поможет нунчаки. Да, конечно, братан. Ушам своим не верю. Спасибо, что прислушиваетесь к мнению рядовых заключенных. Довольный зэк обычно не доставляет проблем. Отпустить в камеру. Надо потом с ним посотрудничать. Долго спать там будете или нет? У нас 11 минут осталось. Пожалуйста, оцените нашу игру. Хорошо. Отлично. Так, дальше что мы делаем? Подожди, они тоже спать хотят. А куда они пойдут спать? На, так быстро, говорит, за работу. Мы спать хотим. Давай, дальше работаем.
И что у нас там, сколько осталось по деньгам? 800. 800-очка прилетела. Я не знаю, успеем мы или нет. 10 минут, по идее, осталось. Так, прилетели бабосики. 200. Сколько в минут? 477 КПД, 200%. Нормально. Итого, что у нас по заработку? 10 минут, и осталось пятихатку зарабатывать. Я надеюсь, я эту миссию смогу выполнить. Я здесь смогу еще камеру построить, комнату охраны, лесопилку. Можно лесопилку их отправить. Можно еще барак сделать, чтобы... Они спали и там, и здесь. Кстати, неплохо разделить их по разным камерам. Почему бы и не построить? Они очень быстро спать хотят. Заколебали, они не успевают работать и хотят очень быстро спать. За работу! За работу! Заколебали. Быстро вы больно спать хотите, если честно. Так, осталось 300. Но мы на изи сейчас выполним. Потом нам, по идее, скажут уже, построить комнату следующую или нет. Нифига кошара здесь сидит какая-то. Вода. Ну что вы все расслабились? Мне нравится вот этот охранник в правой верхней части. Он просто спит. Он такой: Гоша, Гоша, я сплю. Этот: Боша, Боша, я хожу. Ну господи, ну а чего вот он реально спит? Ну хотя бы сделали, чтобы он типа охранял. Что в принципе невозможно. Быстро заработаю. Быстро заработаю. Сейчас тебя отпинают, блин. Похавали, похавали. Все. Еды надавали, деньги забрали, итого нам не хватает еще сотку. Давай, сотку-то, я думаю, изи. Так, автозаполнение комнаты, это как? Что такое автозаполнение комнаты? Куда он ушел? А-а-а, да ладно! Можно автозаполнение комнаты ставить? Прикольно, то есть они сами, когда хотят, тогда могут работать. Так я могу надзирателя сюда, наверное, закинуть? В натуре! Они теперь могут спать нормально и бесконечно работать! Вот эта тема! Прикиньте, ментасика прям сюда накинул. Почему вниз показывают? Тут КПД должен быть невыносимый. Бонусы за прохождение. Хорошо поработали, до встречи на моем новоселье. Давай работаем. Тревога, у нас ЧП, заключенного укусила крыса, и он просто взбесился. Начал бросаться на людей, не хочет работать и вообще не слушается администрацию. Похоже, мы вовремя построили караулку. Вам срочно нужно нанять охранника и поручить ему решить эту проблему. Успокоить заключенного, нанять охранника. Все нормально. Да, успокоили заключенного. Нефиг здесь вообще показывать, на что ты способен. Теперь все могут работать, и не нужно мне мышкой переключать. Они сами ходят, прикиньте, из двери в дверь. И все, и везде их охраняют, и чтобы кипиша не было. Он хочет что-то утаить на втором этаже. Видите, такая эмблема у него, этого, как его, чертика такого. Слышь, они что-то все устали. Все, говорит, хотим работать. Ну, я бы вам построил, конечно, премиум. Или не премиум, или как-то добавил бы вместимость. Но, по ходу дела, вместимость у вас никак не добавить. О, ночь начинается. Что надо делать? Так, нанять охранника. Еще одного, что ли? От зэка поступила просьба. Слышь, давай сотрудничать уже. Да блин. Отпустить в камеру. Надо, по идее, им давать эти всякие штуки. Че, еще одного охранника нанимаем, что ли? Ну давай наймем персонал. Кого наймем-то? Надо какого-то вообще лютого пацана. Лейтенант Давыдова, пожалуйста, мне. Лейтенанта Давыдова. Во, нормально. Хорошая работа. У нас опять тишина и спокойствие. Отлично. Наши соседи, ну те, что валят лес, предлагают нам наладить совместный бизнес, но для этого нам нужно построить лесопилку и согнать в нее народ. На всякий случай хочу вас предупредить. Не оставляйте заключенного одного на лесопилке, если не хотите, конечно, чтобы у вас стало их наполовину больше. Офигеть, то есть на лесопилке, короче, вообще без охраны нельзя, и там раскубарят всех. Лесопилку покупаем. Так, поздравляю, но поторопитесь, чтобы успеть пройти всю миссию. 49 минут, и что там? Построить лесопилку, заработать 3000 монет на лесопилке. Так, тогда мы знаете, что делаем? Тогда мы делаем автозаполнение комнаты, тебя сюда. И знаете, наверное, как сделаем? В принципе, вы идите сюда работать. Вот сюда вот. А вы идите сюда. Здесь автозаполнение уберем, чтобы два балбеса работали одинаково. А что-то не для сопилки. 8 дней без без происшествий. В правом нижнем углу написано. А, не одня. Он один типа не работает, что ли?
Ничего не могу понять. Что-то злой, злой, злой. Хочу, говорит, тоже спать. Так, иди-ка давай здесь работай. Еще два разных челика. Хочу, говорит, застрелить их всех. Они вообще работают или нет? Они вроде просто ходят и все. Вроде работают. Нормально. Так, тогда сделаем сюда автозаполнение. Сюда автозаполнение добавили, а туда пока убрали. Здесь охранник, по идее, не нужен. Пускай там работают. Сколько здесь мест рабочих можно в лесопилке? 4. Вот и нормально. А что они просто ходят, ничего не делают? Я думал, они будут сидеть, что-то там мутить, работать, пытаться. Они просто кнопочку нажимают, что ли? КПД 167. А что, якобы здесь на лесопилке агрессия поднимается. 78 нормально, агрессия держится. Во, вчетвером работаем. Джбаньк. А что у нас по деньгам здесь? Нифига себе, заработать 1000 монет на лесопилке. Это невозможно, мне кажется. А как заработать? Нужно новых зэков, а этих увольнять, наверное. Что-то с ними делать. Они скоро сами свалят. Здесь остался один год. Осталось 30 лет. Сроки наказания 33 года. Нафиг я его взял? Осталось 8 лет. Осталось 80%. Ё-моё, они самые тупые, вот, Богданов и Логинов. Самые плохие работники и самые больше всего что-то сотворили. А которые меньше лет сидеть, они хорошо работают. 305 КПД, когда два типа работают. Это 730 в минуту. Нифига себе. Давайте, пацаны, доделайте 730. Ну же. Отлично. Прилетело. Вот это мне больше нравится, комната по работе. А почему только 300 засчитало? Во! Хорошо прилетело. Здесь что у нас? Мы это знаем, что... Блин, нам надо вообще одинаковых всех собирать. В следующий раз я соберу всех одинаковых. Почему нельзя уволить какого-то типа и собрать одинакового? Это как фирма тюремная, ё-моё. Так, пацаны в лесопилке работают. Все хорошо, 0 дней без происшествий. Это самое главное. Короче, без охранника там вообще нельзя. Пускай везде охранники ходят. Так, хавать хочет, на, похавай. Коек бы надо побольше сделать, было бы неплохо. Это что это там летает? А, это флаг поднимается. Ё-моё. Думаю, что за флаг поднимается? Здесь неплохо, по идее, работает. Но вот здесь сейчас сколько? 200 в минуту? Те 600, вообще молодцы. Те пацаны хорошо работают. От зэка поступила просьба, он желает встретиться. Давай, встретимся. Передайте мне нунчаки, мне они очень нужны. Да, выполним мы тебе просьбу, заколебал ты своими нунчаками. Так, стучать сокамерников бесплатно, ни за что. Предложить досрочное освобождение. Так, в добрый путь и до скорой встречи, свобода 3 километра. Лол. Я ему предложил до скорой освобождения, зачем я его выпустил? Так, нам нужно одного нанять. И нам нужно какого-то работягу на самом деле. Да, они вообще никто не работают. Так, отправить в пыточную. А где нам новых набрать пациков? Во, Беляев, гражданин Беляев, Савин, Веселов, Вора, потоспособление 72, 59, 71, 78. Надо, чтобы вместе они одинаковые были, 74. Так, Веселов, 72. Ну, берем. И за работу. Новый, у нас новый клиент. Новый клиент, ребята. А где он? Один внизу работает, а он уже спит. Хочу, говорит, пожрать. Ну, похавай. И я хочу пожрать. И ты тоже похавай. Итого, через 46 минут мы должны заработать. Но я думаю, мы это сделаем намного быстрее. Так, 15 тысяч прилетело. 15 700. Так, заработать 900. Все отлично. Билетики, блин. Самое выгодное. А что потом за эти билетики мутить? Премиум плюс 4. Супер набор, нормально, 10 тысяч баксов, 10 этот и премиум комнаты из 4. Вот премиум комнату надо сделать. Вот это было бы классно. Они все там пытаются работать. Вот это вот как-то улучшить надо или вторую сделать. Автозаполнение, вызвать охрану. Вместимость 4. Это просто КПД, они быстрее там будут нафигариваться. А почему бы нам еще не сделать новый корпус? Здесь можно построить новый пустырь, нифига себе. Давай-ка новый корпус построим. Могу еще построить? Во, другое дело. Так, и здесь мы сделаем еще комнату одну. Вот это я понимаю. Эти пускай туда идут спать, эти туда пускай идут спать. И вообще проблем не будет никаких. Можно еще двоих пацанов
Можно еще двоих пацанов это отправить. А что ты не идешь работать? Иди давай работать. Я что-то не понял. Я понял. Ну-ка быстро иди работать. Сидишь там, не хочешь. Так, замять скандал. У нас ЧП только что сообщил, что Жек Богданов готовил пробег. Занять скандал. Замять скандал. Ушатать его. Подожди, охранников, которых я нанимаю, они потом пропадают? Ой-ой-ой-ой-ой. 6-5. Ушел в запой. Лол, ушел в запой. Через 4 секунды придет. Охеренно, пацаны, вы работаете. Пацан ушел в запой. Это вообще не прикольно. Быстро сюда. Ушел в запой, блин. А я что-то не понял. Почему вы не идете сюда работать? Я что-то не понял. Работать быстро? Вот этот не хочет работать. Я что-то вообще не понимаю. Я на него нажимаю, а он не хочет передвигаться. Интересно, и он один ходит, типа хочу работать, и ничего не получается делать. Это баг, наверное, да? Вот он сидит там и ничего не... Так, может его как-то отправить? Как его отправить домой? Так. Это Логинов. Давайте зайдем к Логинову и попробуем его куда-нибудь отправить. Так, отправить в пыточную. Вы не можете. Блин, у меня нету пыточной. Но он забагал, он не выходит из комнаты. Прикольненько. Он не хочет выходить из пыточной. Так, этот там спит. Эти двое здесь спят, и эти его не трогают. Хм, интересно. Идите давайте за работу. Хватит спать. Итого получается, сколько я сделаю? 1200 монет я уже сделал. Так я на изи сейчас наберу. И этот теперь не может выйти, да? Нет, может. Подождите, а здесь есть автозаполнение комнаты? Есть, но оно почему-то не работает. Здесь есть автозаполнение? Есть. Эти там долго спать будут? Этот не уходит. И эти тоже... Так, от зэка поступила просьба. Вызвать на допрос. Выполнить просьбу. Предложить сотрудничать. Спросить, что тебе нужно. Проявите мягкость, отпустите ваш авторитет. Проявите мягкость и отпустит ваш авторитет. Переведите меня в VIP-камеру. В смысле? Отпустить в камеру. Какую еще VIP-камеру? Ты прибалдел, что ли? В VIP-камеру он собрался ехать. Так, да, взять за допрос. Так, выполнить просьбу я не могу. А в какую камеру, VIP-камеру я тебя могу отпустить? У меня нет никакой VIP-камеры. Ты офонарел, что ли? Опа-на, из СИН вы получили новое личное дело зэка. Вы можете принять его в тюрьму. Подробнее. Что это за псих? Агрессия 88%. Берем. Стец, он будет всех кромсать. Это же Джокер! Джокер в тюрьме! Джокер в русской тюрьме! Нормально! Слушай, ты меня достал? Так. Попроси денег. Отпустить в камеру. Да нет у меня. Все, отстань. И эти двое уже не ходят? Нет, ходят. Быстро на работу. Ты долго там спать собрался? Быстро на работу. Во! Вот с этим что делать? Вонючкой, который ходит. Ему еще 7 лет, блин, осталось сидеть. Я не могу ничего не с ним сделать. Не выкинуть его, ничего. Логинов, он залагал. Логинов, как тебя куда-то выгнать отсюда? Ничего не сделаешь. Вызвать ни охрану, ничего. Обидно. Что там, по деньгам прилетело? Быстро за работу дальше. Еще 43 минуты, я худо-бедно что-то выполняю. Уже половина выполнил. Давай я заработаю, сюда вчетвером можно работать. А это вот сюда вниз бы отправил. Но не получается, он залагал, падла. Ну ладно. Слушайте, а если здесь поставить автозаполнение, может он пойдет? Ну-ка давай. Главное, чтобы они друг друга все не перебили. Вот это самое главное. А кто тебе зарезал? Кто тебе разрешил выйти? Ни хрена себе. У него плохое настроение, он может спокойно выходить. Нормально ты работаешь. Ой, иди поспи. Нормально пацан работает. У него плохое настроение, он может спокойно выйти. Может пойти спокойно поспать.
КПД 381 что-то не очень сильно. Конечно, у нас один балбес не работает. Зачем мы его вообще взяли и за что его посадили? Веселов, блин. Угон автомобиля 7 лет. Срок наказания 7 лет. Осталось 7 лет. Ё-моё, запрещенные предметы. Тут еще и могут быть запрещенные предметы. А у тебя какие запрещенные предметы? Давайте-ка посмотрим, у вас какие запрещенные предметы есть. Запрещенные предметы. Это какой-то сейф. Агрессивность 94% у пацана. На-на. Иди-ка работай давай. Херачишь там всех. Покормить. И что у нас по КПДхе? 88 в минуту. Понятно. Охранника можно вниз поставить, а можно туда направо. Но этот вроде Веселов никого не пинает, но он какой-то жесткий. Какой-то очень жесткий пацан. Но я надеюсь, когда срок службы вот этого пройдет... А, видите, дверь открылась и больше не закрывается. Вот это вот закрывается, а это почему-то не закрылось. Из-за этого такие проблемы, как я понимаю. Кто там кого лупит? Да хватит ты бедного бандоса лупить. Ой, пошел сюда работать. А нужно, чтобы везде в разные их работали? Нет, только в лесопилке надо. Давай-ка ты, Веселов, в лесопилку наяривай. В лесопилке нужны работники. И ты хватит спать давай в лесопилку. И ты хватит спать. Все в лесопилке работать. Представляете, если они подерутся, что будет? Надо охранника потом выгнать, посмотреть, что будет. Сколько КПД? 800. 800 было в минуту. Вот это нормально прилетело. Нету, говорит, настроения. Пошел спать. 1800. Забираем баблишко. Да хватит там пинать кого-то. Алло. У заключенного были найдены запрещенные предметы. Забрать, конечно. Хватит тут пинать всех. Надо, чтобы они в каждой камере были. Если они в нижней камере пропадут, это будет кобздец. Вот этого надо, чтобы отпинали. Охранника потом нужно будет оттуда убрать. И всех туда на работу надо. Все, говорит, пошел спать я. У нас один, получается, не спит и просто так ходит. Как непонятный чилик. Он потерялся. Он говорит, я не знаю, я хочу работать. Ну что, в принципе, мы сейчас выполним эту миссию. Свобода. Кого-то отправили на свободу. Это интересно. Вот этого бы еще отправили на свободу, который лагает. Так, от зэка поступила просьба, он желает встретиться. Это кто? Богданов. Вы можете выпустить зэков досрочно? Да, вас, дебилов, с удовольствием выпущу. Скосить ему. Встал на путь исправления. Ну, все. Вы не можете досрочно освободить зэка. Он не... Из ВСИ вы получили новое личное дело зэка. Вы можете принять его в тюрьму. Так, срок... Этого пока не надо. Он не отсидел половину срока. Ты, Васек, ты не отсидел половину срока даже. Так, предложить сотрудничать. Что значит сотрудничать? Так. Напугать карцером. Отпустить в камеру. Ну ты же дольник. Я бы тебя с удовольствием бы отпустил, но ты вообще плохо работаешь. Вот этого сюда давай, давай нового какого-то. Надо одинаковых, одинаковых надо. Вот, Веселов у нас есть. Нам еще новый нужен какой-то, по типу Веселого. Вот есть пышечные чуваки. Устинов, 2 года, срок наказания. Раскрывает... Раскрытие тайны... Чего? Раскрытие тайны усыновления. Офигеть, кто у нас здесь самый работоспособный челик? Вот. Толстяки самые нормальные пацаны. Толстяка может быть взять или вот этого? Нет, этого спасибо не надо. Вот, толстяка на 3 года взять и нормально принять зэка. Давай, толстячок. Нифига, он толстый. Быстро за работу сразу. Куда-то в камеру пошел. В камере потом посидишь. Ё-моё. Логинов. Угон автомобиля. Вызвать охрану. И что там сейчас будет? И все туда идут, да? А, нет, просто охранника вызвал. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, лучше сюда давай вызвать охрану, вы чё? Сюда давай, ё-моё, они сейчас там перебьют все себя. 2 дня без происшествий, но сейчас они там друг друга захерачат. Отвечаю, там сейчас что-то будет. Когда у меня здесь новые чуваки появятся? Через 2 минуты. Обидно, ушли в запой. Сейчас начнется полная вакханалия. Сколько здесь, 150?
Хорошо же работали, а сейчас 150-то еле-еле даже не можем заработать. Здесь один бедолага спит, его кореша нету, все разные. Надо хотя бы еще одного толстого принять на работку. Еще одного толстого. Ну, смотря кто кого ушатает. И будет нормально. Так, а давайте возьмем еще одного толстяка. Толстяк! Я думаю, что вы нормально будете работать. Берем толстяка. Там валите, что хотите делайте. И вон, быстро идите работать вдвух с толстячком. Так, я надеюсь, он в эту комнату пойдет. Давай в нижнюю, толстячок. Ну, в нижнюю давай. Подожди, куда ты ушел? Вот, куда вы работаете? Вы должны вот здесь вот работать. Ох, сейчас что-то будет. Ох, сейчас что-то будет. Тынч, 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 тынч. Пинает одного бедолагу. Ладно, ладно. Иди сюда, вот этого давай. Посмотрим, кто из вас здесь батя будет. Вниз надо срочно, срочно надо одного полицая. Блин, тут КПД вообще слабое, 315. Надо два одинаковых. Теперь вы его пинаете. Да какого там автодилера? Да что вы к нему пристали-то? Пошло все не так. Два толстяка вообще работают? Они вообще какие-то слабые. Они же вдвоем должны работать. А что так стрёмно работают? Вот если по подсказке-то драки и убийства не происходят, если... В комнате нету. Ага, я понял. Где там таблица? Мне понравилась таблица. Опять где-то кто-то кого-то пинает. Иди вот сюда работай. Это вообще бедолагу запинали всего. Он самый, короче, лашпек, но он очень хорошо работает. Вот этого как перетащить? Перетащить, но он не перетаскивается, сученыш. Ой, не туда. На самом деле, в принципе, я думаю, что по... Сколько нам там осталось по деньгам? 2700. Еще последние 300, и будет хорошо. Ты давай работай здесь. Все, спать пошли. Нормальная тема. А этот хочет работать, и он не спит, он ничего, он просто здесь остался. Да что же вы этого бедолагу-то лупите, а? Заколебали, блин, лупить бедолагу снизу. Еще 300 осталось. Давай 300 еще замутим. И все. Че он хочет жрать? Накормим. 72 в минуту, это вообще мало. А он вообще спит? Нет, вот этот толстый. От зэка поступила просьба. Че там? Мне очень сильно поможет газеты, конечно. Вообще не вопрос насчет газеты. Где кто опять кого-то бьет? Нет, все нормально? Все вроде нормально. А что, толстяк с этим тоже будут драться? Из СИ вы получили новое личное дело зэка. Вы можете принять его в тюрьму. Хорошо. Пускай пока здесь работают. 144, хоть как-то идет дело. А где толстый? О, пошли на работу. Давай-ка вот сюда. Сейчас будут пинать мелкого. Мелкого сюда. Этого сюда. Нормально пока. Толстый, ты не устал спать там? Толстый, иди-ка работать. Вот в духу пока работаете здесь, пока КПД у вас хороший. Сколько вы сейчас? 383, как дадите жару просто. Давай. На три... Ага. 383 кончилось. Из-за того, что Толстый пошел спать. Толстый очень долго спит. Во, здорово, тебя сюда в лесопилку, чтобы проблем не было. Итого сколько прилетело? Отлично, отличная работа. Заработали мы 3000. Аврал, в городах прошли митинги, их, конечно, разогнали, а на нас свалилась дополнительная работа. Начальство требует срочно принять 5 заключенных. Я знаю, что тюрьма уже трещит по швам. Нужно срочно расчистить место. Принять 5 заключенных. Вы что, психи? Заплатить начальнику тюрьмы. Ну что, ребят, в следующей серии мы будем нанимать еще 5. Это будет мясо. С вами был Лего. Не забывайте ставить лукасы. Если наберем 1000 лайков, 20 000 просмотров, то продолжаем играть в тюрьму.